Очень часто кто-то рядом нуждается в нашей помощи. Кто-то проходит мимо чужих проблем, оправдывая себя отсутствием времени или средств. Но гораздо больше людей готовы оказать безвозмездно посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность стала заметной частью современной жизни. С 1995 года стало доброй традицией проводить благотворительную рождественскую ярмарку. Организатором ярмарки выступают Фурмановский центр социального обслуживания и картинная галерея. Проведению ярмарки предшествует большая подготовительная работа. Объявляется сбор вещей, посуды, школьных принадлежностей, которые уже стали ненужными в одних семьях, но крайне необходимы другим фурмановцам – многодетным, малообеспеченным. Каждый год активно участвуют в сборе вещей для рождественской ярмарки работники пенсионного фонда. В этом году помогли и волонтеры. Кто-то может себе позволить купить что-то новое и передать организаторам ярмарки, а кто-то отдает вещи, бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. И теперь они могут послужить и в других семьях. Ежегодная благотворительная рождественская ярмарка у нас проходит в январе месяце. В этом году, как и каждый год, предшествовала очень огромная работа по сбору и подготовке вещей для ярмарки. Нам очень помогли жители нашего города, помогли сотрудники пенсионного фонда, которые в течение года собирали и приносили нам вещи, которыми они уже перестали пользоваться, но мы надеемся, что они смогут послужить еще добрую службу людям, которым они просто необходимы. Мы приглашаем всех, кто нуждается, многодетные семьи, пенсионеры, мамы-одиночки, всех, кому просто это необходимо, посетить нашу ярмарку. Мы будем работать с 14 января по 16 января, с 10 до 3. Надо отметить, что подобные ярмарки, проходящие в картинной галерее, неизменно пользуются популярностью у фурмановцев. Так, в прошлом году на ярмарку обратилось 112 человек, в основном многодетные, неполные семьи, инвалиды и пенсионеры.